Денежные знаки в обращении пополняет банкнота 20 евро нового выпуска. Новая банкнота немного отличается от предыдущей, которая также останется в обращении. Вот два важных признака подлинности новой банкноты. Во-первых, новый признак – окно с портретом. На просвет окно становится прозрачным, и в нем с обеих сторон виден портрет женщины. Изменяя наклон, в окне с одной стороны видна цифра 20 в окружении многоцветных линий. С оборотной стороны в окне видно несколько многоцветных цифр номинала банкноты. Во-вторых, цифра изумрудно-зеленого цвета. Изменяя наклон, цвет цифры 20 меняется с изумрудно-зеленого на темно-синий, и наблюдается эффект перемещения света. Каждый раз осматривайте деньги и удостоверьтесь в их подлинности. Так вы обезопасите себя от подделок. Евро – наши деньги.